До 7 человек выросло число погибших в результате лесных пожаров в Теннесси. Ранее сообщалось о 4 жертвах. Власти эвакуировали 14 тысяч человек. Несмотря на то, что большая часть огня в регионе локализована, многие люди до сих пор не могут вернуться домой. Сейчас в Теннесси начались дожди. Власти опасаются, что они могут привести к оползням. А из-за сильного ветра деревья могут упасть на линии электропередачи, что может привести к новым возгораниям.